Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами, с описанием картин Пьетро Борделлино «Эней в Елисейских полях». Холст масла 150/127. Пьетро Борделлино считается одним из талантливых учеников Франческо де Мура. Мастер изображает фрагмент из знаменитой «Энеиды» Вергилия, где во время своих скитаний герой Эней пускается в Тартар, а Эней в древнегреческой мифологии – герой Троянской войны из царского рода Дарданов, древнеримской мифологии легендарный предок основателя Рима Ромула и Рема, который привел павшихся троянцев из разрушенной Трои в Италии. На Елисейских полях или Элизиуме он встречает тень своего отца, который указывает ему на души еще нерожденных потомков, вереницу царей, консулов и императоров вплоть до дней Вергилия. Также среди умерших Эней находит и Дидону, а во время путешествия Эней встретил Дидону, это первая царица Карфагена. Дидона поклялась никогда никого не любить, дабы не осквернять память о своем первом муже. Была охота, и во время этой охоты началась гроза. Дидон и Эней укрылись в пещере, где и предались любви. После этого троянец стал соправителем царицы Карфагена. Но такое развитие событий никак не согласовывалось с планами богов. Юпитер отправил к Энею Меркурия с приказом продолжить свой путь. Эней был вынужден повиноваться. Ну а Дидона впала в ярость и, не выдержав мук попранной любви, покончила с собой. Перед смертью она прокляла Энея и весь его род. Надо сказать, что в живописи Борделлино сюжет играл второстепенную роль. На первый план выступали нарядность, сочность цветовых сочетаний и театральных жест. Ну, вот такое описание нашел в интернете о картине «Энея в Елисейских полях» Пьетро Борделлино. Пока-пока. Узнали что-то новое. До свидания.